Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала на сцене театра «Нур» представляет музыкальную комедию «Очарованный танцем». В главной роли народный артист Татарстана Ильдус Габдрахманов, автор и режиссер-постановщик Ильгиз Зайниев. На большой сцене Башкирского театра оперы и балета состоится показ балета Петера Гертеля «Тщетная предосторожность». Либретто Жана Доберваля, новая сценическая редакция Юрия Григоровича. Я никому и никогда не позволю давать мне кличку или погоняло. Я Кулак. Я Анна. В камерном зале Национального молодежного театра артисты русской труппы играют премьеру. Драму «Я кулак, я Анна» поставила народная артистка Республики Башкортостан Ольга Мусина. А что это было? Я не понимаю. А что, пошла в административном